Здравствуйте, товарищ. Спасибо. Садитесь, пожалуйста. Тема сегодняшней лекции у нас связана с темой предыдущей лекции. На предыдущей лекции мы рассматривали вопрос о социальном становлении. Я думаю, что было бы очень интересно, если бы все виды социального становления по-крупному, когда речь идет о становлении формаций, были исследованы и рассмотрены. Сказать, что это сделано, я думаю, было бы не вполне обоснованно. Ну, скажем, знаете ли вы литературу, книги, которые были посвящены, скажем, становлению рабовладения из первобытно-общинного коммунизма? А мы знаем, что становление имеется не только возникновение, да, но и прихождение. Так что была описана и та, и другая тенденция, и борьба этих тенденций, и показано уже это на историческом материале. Ну, мне вот не встречалось, может быть, кому-то повезло, а может быть, кто-то возьмет такую тему дипломной работы. А может, кандидатская, а может, потом докторская. Точно так же, скажем, все знают, что после рабовладения наступил феодализм. Ну, что значит наступил? Был период становления феодализма. А становление, как мы знаем, включает в себя и возникновение, и прихождение. Да? Эти элементы мы знаем, некоторые факты, когда, скажем, тот же Наполеон сначала выступал республиканцем, а потом стал монархом. То есть процесс пошел вспять. Но вот таких тоже специальных работ, которые специально изучили бы этот вопрос, именно не как некую совокупность фактов, а как движение, как социальное становление, как борьбу противоположных тенденций, одной тенденции к тому, чтобы возник феодализм из рабовладения, там, а другой тенденции, чтобы, так сказать, снова вернулось рабовладение после того, как уже наступил феодализм, или наступал. Возьмем еще один переход. Это переход феодализма в буржуазную экономическую формацию, в капитализм. Это тоже был известный период, в течение которого мы должны были сказать, что имеет место становление капитализма. Правда? И вот это становление капитализма должно быть рассмотрено, изучено, исследовано. Вот я хочу сказать, что вот в этом смысле есть замечательная работа у Ленина «Развитие капитализма в России», которую он написал в ссылке. Рассматривал, наверное, ссылку как аспирантуру или докторантуру. И за 3 года написал вот такой том, том 3 полного собрания сочинений. И вышла книга «Развитие капитализма в России» за подписью В. Ильин, где показано, как в России, причем в деревне, возникает капитализм по данным переписей земских и земской статистики. У нас была замечательная статистика в России, и опираясь на эту статистику, Ленин показал процесс возникновения капитализма. Ну вот противоположный процесс, который там не рассматривался. Надо сказать, что вот всякое становление включает, кроме возникновения, еще и прихождение. Но, к сожалению, вот этот противоположный процесс просто не был рассмотрен. Это не значит, что его не было, потому что не бывает такого возникновение, которое не было бы момента. Момент – это то, что неотделимо от другого момента, противоположного, правда? Значит, должно быть не только возникновение, но и прихождение. А где оно? И кто его проследил, изучил? То есть, если это не понимать, то, так сказать, такой задачей люди не задаются, и эту цепь фактов просто не принимают во внимание. Не ищут, не отбирают, не изучают. Это тоже тянет на то, чтобы написать диплом, написать кандидатскую или написать докторскую.
Ну, наконец, после социалистической революции начинается переходный период от капитализма к чему? К коммунизму. Правильно, потому что социализм не представляет собой никакой общественно-экономической формации, поэтому точное название – переходный период от капитализма к коммунизму. И в течение этого переходного периода действуют тоже прямо противоположные тенденции. С одной стороны, возникновение коммунизма, а с другой стороны, прихождение коммунизма. Правильно? Если прихождение коммунизма не видят люди, которые изучают или рассматривают это становление, то они тем самым на один глаз слепы. Вот это тоже предмет исследований исторических. Причем, что тут привлекательно? Привлекательно то, чтобы взять не просто цепочку фактов, дескать, было. Одно бытие. Это ниже рангом, бытие ниже рангом, чем становление, правда? Это более простая, более элементарная категория. К сожалению, можно сказать, основная масса исторических работ, и не только исторических, грешит вот этим, что берется бытие, а не берется становление. А становление есть во всем. Правильно? И каждый, кто здесь сидит, есть историк становления. И как некоторые говорят, что вот мы учим, а у нас там из памяти это вылетает, это называется прихождение, правда? Учишь, а потом мало чего остается. Вот я кончил математико-механический факультет, некоторые определения я, так сказать, намертво до смерти изучил, так что могу их в любой момент повторить. Даже вот из теории групп. Гомоморфный образ группы. Изоморфен фактор группе по ядру гомоморфизма. Но что это означает сегодня, я уже как-то с трудом об этом могу сказать. Или, скажем, определение предела. Число А называется пределом последовательности xn, если для любого, сколь угодно малого, числа эпсилон найдется такое n большое, что для всех n больше n большого выполняется неравенство. И с n минус a по абсолютной величине меньше эпсилон. Ну, с нами там разные приемы применяли, чтобы мы запомнили. Даже пели песню про закон Кулона там. Сила по Кулону, кунаку. Сила по Кулону, кунаку. Сила по Кулону, кунаку. Деленное на квадрат r. Ну, как тут не запомнить. По теории вероятности тоже изучали. На дне глубокого сосуда лежат спокойно N шаров. Поочередно их оттуда таскают двое дураков. Сие занятие им приятно. Они таскают Т минут. И, взявши шар его обратно, незамедлительно кладут. Ввиду условия такого, сколь вероятность велика, что первый был глупей второго, когда шаров он вынул К. Ну и так далее, так сказать. Что-то это осталось, а что-то уже в соответствии с тем, что становление есть и прихождение, оно улетело. То есть это ко всему относится? Это относится к переходу капитализма в социализм. Если бы люди это изучали глубоко, сам переход как становление капитализма в коммунизм, как он происходил, допустим, в России, в СССР, то они не удивлялись бы, например, тому, что после того, как был построен социализм, потом он вдруг исчез. Потому что что, построенный социализм не включает в себе становление? Не есть в себе становление? А становление – это не значит только движение возникновения вперед, но и движение прям противоположное. Поэтому, так сказать, умудренный диалектик и историк не удивился бы такому факту, что вот вдруг был социализм, вдруг его не стало. А некоторые думали, что это вот ступенька, а вот здесь. Вот если ты зашел на вторую ступеньку, если ты просто не упал с нее, ты уже дальше то третья ступенька и так далее. А на самом деле история, может быть, надо рассматривать как некий эскалатор. Если ты вперед не бежишь быстрее, чем тебя эскалатор тащит вниз, то ты никогда наверх не поднимешься.
Не пробовали никогда забираться наверх по эскалатору метро, который идет вниз, когда там свободно? Это вообще не всякий из здесь присутствующих сумеет добраться до верху. Или, может, совсем уже почти доберется, и потом раз, и его опять вниз. Так устроен мир. Некоторые думают, что это дурдом. Дурдом – это когда думают, что мир устроен так, как нам удобно. Мир устроен так, как он устроен, а не так, как нам удобно. В том числе, так сказать, мы сейчас говорим в философии о чем? О всеобщих категориях. Что значит всеобщая категория? Значит, она относится ко всему. Все есть бытие, все есть ничто, все есть становление и так далее. Ну вот, для того, чтобы это закрепить, и чтобы оно меньше вылетало из головы, я сегодня, так сказать, отдельно остановлюсь на становлении коммунизма. То есть вот эта сегодняшняя лекция, первые два часа, будут посвящены становлению коммунизма. Ну, имеется в виду, конечно, коммунизм не тот, который был в начале истории человечества, первобытно-общинный, а имеется в виду коммунизм, который становится из капитализма. Когда начинается становление коммунизма? И вот в качестве примера будем рассматривать Россию. Когда в России началось становление коммунизма? Можно сказать, что после февральской революции началось становление коммунизма? Нет, конечно. После февральской революции завершилось становление капитализма. Правильно? Вот оно завершилось, и тихо, мирно развивался капитализм. Ну, мирно, не совсем мирно, имея в виду, что была непрекращающаяся война с 1914 года. И после революции буржуазная Россия только и делала, что воевала. И сначала смертной казни не было, а потом, значит, временное правительство, дорогое, снова ввело смертную казнь на фронте. И тем самым отвернуло от себя очень многих солдат. А? Если они в бой не желали идти, как же еще, если не расстреливать? А зачем в бой? А какая из разрыва козлиную бородку взять в Берлине? Ну, вы знаете, что в это время большевики прогласили такой лозунг: превратим войну империалистическую в войну гражданскую. И лозунг поражения своего правительства. Но это мы рассматривать сейчас не будем. Потому что у нас тема становления коммунизма. А как совершенно правильно товарищи здесь заметили, становление коммунизма начинается только после политической революции, да? То есть после установления советской власти в России. Когда оно было обеспечено? 25 октября или 7 ноября 1917 года. А какая власть появилась? Вот товарищ перекрестился, а рано. Потому что, ну, появилась у вас власть советская, и что? Диктатура пролетариата у вас появилась, и что? Экономика какая у вас была? Какая была экономика 9 ноября? Скажите, пожалуйста. Правильно, молодец. Какая была, такая и была. То есть, вот, пожалуйста, там власть, в Смольном находится советское правительство, кабинет Ленина. А экономика какая? Капиталистическая. Ну, какая та же самая? Капиталистическая буржуазная экономика. А экономика это что? Хорошо, не, это 9 ноября, 9 декабря. А то же самое. Значит, власть социалистическая, диктатура пролетариата, а экономика? Ну какое становление? Ничто. В экономике ничто, никакого. Никакому бытию не переходит. Какое же это становление? Да еще и становления-то нету. Ничто, на ничто застряла власть. 10 января 18 года. Какая экономика? Это та же самая все. Все ничто и ничто. То есть ничто коммунизма, правильно? В экономике ничто. А когда началось в экономике становление? После. Постановление когда? Становление началось тогда, когда была проведена
национализация. Национализация была проведена в январе 1918 года. Ну а национализация в начале, что собой представляет? Как нас учили, как мы учили диалектику? Да нет, она представляет в начале ничто. От того, что я объявлю, что ваш портфель мой теперь, от этого он еще сюда не перескочил. Это надо идти, у вас отнимать, это целая история. А у вас там сзади вот трое прямо сидят. И я вот подумал, лучше я пойду куда-нибудь в другое место. Вот там девушки, может, легче мне будет справиться. А к вам я и вообще не пойду. Или пойду в последнюю очередь. Скажу, мне нужно только основные средства производства национализировать. Это у вас не основное. Правда. Подготовка к национализации была. В чем состояла подготовка к национализации? В том, что сразу был после взятия власти, установления диктатуры рабочего класса, был установлен рабочий контроль. А рабочий контроль означал то, что, так сказать, я вот смотрю, как вы ходите с портфелем, как вы его носите, как вы его закрываете, чего из него вынимаете, а ничего вам не препятствует, вы все делаете. А препятствую я одному, что вы не выбросили в этот портфель куда-нибудь в Неву, когда вы видите, что я за ним пристально смотрю. Вот мне надо смотреть, чтобы какие-то станки или какие-то важные части машины, механизмов не отправились в реку. И тем самым нечего было бы национализировать. Потому что если вы собираетесь национализировать, вам надо обеспечить сначала контроль за тем, чтобы не пропало то, что вы собираетесь национализировать. Правильно? И чтобы это не было уничтожено. То есть как бы производство вести, как раньше вели, пожалуйста, а вот ломать нельзя, портить, останавливать и так далее. И вот после национализации получилась такая штука. То есть объявлено, что средство производства общественное. Что это означает? Это означает, что хозяевам предприятия предложено, хотите быть директором на этом предприятии? Директором? Не хотите? Тогда выйдите, пожалуйста, с предприятия. Но поскольку власть все-таки была уже у рабочего класса, он такую проблему, чтобы директор не хочет быть директором, то он вышел из кабинета директора, потому что это помещение объявлено уже национализировано, и все. И поэтому им распоряжается уже государство. Поэтому началось движение это от ничто к бытию. К бытию чего? Какое? Как, к чему должно прийти? Прийти? В чем состоит становление коммунизма? Чтобы средства производства стали общими. Правильно? Потому что коммунизм – это строй, основанный на общественной собственности, на средства производства. А для того, чтобы они были общими, нужно там, написать, что они общественные, или нужно что-то делать? Можно, конечно, написать, везде таблички повесить, но это ничего не значит. Я вот могу на ваше подбежать сзади и наклеить на ваш портфель табличку, что это мой портфель. А вы даже издирать не будете эту табличку, вам она не мешает. Наплевали и пошли. Поэтому весь вопрос не в том, чтобы повесить, что это государственное предприятие или общественная собственность, или объявить. А вопрос в том, удается ли направить эти все средства производства, это производство в общественных интересах. Если в общественных интересах, значит общественная собственность. Если не в общественных интересах, а в частных, значит пишите, что хотите, а собственность частная. Ну или забегая вперед, если вы едете на Черной Волге, то это непонятно, куда вы едете. Если вы на Черной Волге едете по делам общественным, в интересах общества, это значит, вы осуществляете общественную собственность. А если вы с женой едете на рынок торговать или что-то закупить себе лично, то это не общественная собственность, не в общественных интересах. И дело не в надписях и не в форме, а дело в действительном содержании процесса. Вот это надо в отношении собственности очень четко заметить и запомнить. То есть общественная собственность, когда имеет место тогда и только тогда, когда производство развивается в общественных интересах. Ну и возможно сразу вот раз, и все производство стало развиваться в общественных интересах, как только национализировали. Для этого надо перейти к планомерному хозяйству. А до этого еще ой-ой-ой, как далеко. Поэтому и только в 1920 году появился план ГЛРО. А план ГЛРО – это долгосрочный план. Он конкретно еще конкретных директивных заданий предприятиям не дает. Поэтому очень небольшая группа предприятий подчинялась общественным интересам. То есть из всей суммы национализированных предприятий
Только те могут считаться на самом деле реально, действительно общественной собственностью, которые действуют в общественных интересах по общему плану. Вот этот экономический уклад, вот те предприятия, которые уже планомерно действуют в общественных интересах, даже если их два или три, это уже ничто, не ничто. Вот если это даже два или три, это уже коммунистический уклад. А вот остальные предприятия, которые национализированы, они действуют в общественных интересах. Значит, они действуют как? Ну, как раньше действовали. Только написано, что государственные предприятия действуют также на рынок, выпускают, получают прибыль. Другое дело, что эту прибыль надо сдавать теперь государству. И все. А в смысле деятельности предприятий ничего не поменяется. Может, они делают совсем то, что не нужно. Но прибыль должны отправлять государству. Что это такое? Ну, это примерно так, как вот сейчас работает «Газпром». Он работает как частное предприятие, но прибыль идет государству. Или АО РЖД. Что хотят себе, какую зарплату установили, про которую даже боится сказать товарищ Якунин. Скажу, не скажу. Спросите меня, какая у меня зарплата. Не скажу. Если бы такая, как у меня, я бы сказал. У меня, например, зарплата 30 тысяч. Это не секрет. Какая у Якунина? Секрет. Нет, вообще это не секрет. Это не коммерческая тайна, но как-то он так помалкивает на эту тему. Особенно на фоне того, что у нас МРОТ, минимальный размер оплаты труда в России, 6200 сегодня. И стипендия 1450, да? Которая спокойно дает возможность прожить неделю. Или вот мы наблюдаем сейчас губернатора, это же государственный человек, да, Сахалина. Миллиард набрал наличными. И десятки миллионов стоит одна авторучка у него. Я сегодня в Смольном был. Зашел в киоск, говорю, у вас нет, как у Хорошавина, вот 60 миллионов ручка, сейчас они модные. Мне, говорит, мы не подготовились. Я говорю, ну я в следующий раз зайду, вы как-нибудь там... Подсуетитесь? Что же, я пришел, вот весь такой, а нету. Что у вас, что это такое вообще, забрать? То есть, как же называть те предприятия, как называть тот уклад, который состоит из государственных предприятий, которые действуют в соответствии со стихией рынка, как попало, и не в общественных интересах? Это что, общественное собственно? Нет. Вот для этого существует такой термин – госкапитализм. Слышали? Вот госкапитализм. Госкапитализм – это не вообще такой капитализм обычный. Потому что все предприятия государственные, а действуют как при капитализме. А как прибыль получили, прибыль сдавайте. Вот и все. Но всю прибыль нельзя у них забирать, потому что они должны продолжать это движение. Поэтому и особенно брать у них тоже не приходится, потому что а что, вдруг не получится у них, они закроются, умрут. Это да что? И что будет, какая общественная собственность? Если они все разорятся, эти предприятия. Но если они как-то существуют, пусть существуют. Госкапитализм. Вот еще один уклад. А частнохозяйственный капитализм был? Не все же было национализировано. Был? Мало того, что был. Вот в соответствии с тем, о чем мы с вами говорили, что всякое возникновение, оно соседствует и неотрывно находится в единстве с прихождением. В это время... Прихождение коммунизма уже происходило, еще и возникновение идет, и прихождение. А именно, развиваются капиталистические предприятия. Развиваются или нет? Есть капиталистический уклад? Есть. Более того, после введения НЭПа, а его не ввести нельзя было, потому что надо, чтобы люди ели и не умерли при движении к коммунизму. Умерли, надо хоть как-то хозяйство поддерживать. По-коммунистически еще оно не поддерживается. А как можно тогда его поддерживать? Только по-капиталистически. Значит, разрешалось иметь не только частное производство, но и трех наемных работников держать. Так? Так. Это какой уклад? Это какой-то частно-хозяйственный уклад или капиталистический уклад. Но был мелкотоварный уклад. Мелкотоварный уклад составляют хозяйство мелкой буржуазии. Здесь присутствующие все знают, что такая мелкая буржуазия, нет? Некоторые думают, что мелкая буржуазия – это маленький буржуй. Это не так.
Маленький буржуй – это буржуй, но маленький. А мелкая буржуазия – это особый класс, это мелкие хозяйчики, но работающие на рынок. Вот как Чубайс, когда он цветочки производил и продавал. И так он ловко это делал, то со временем он уже стал председателем комитета по имуществу и придумал ваучеры, с помощью которых удалось у всех отнять общественную собственность. И народу говорить, у вас будет две «Волги» на ваучер. А потом оказалось, что килограмм колбасы можно купить, а раньше можно купить был автомобиль на те суммы, которые были у трудящихся. Мелкая буржуазия – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Он трудящийся? Трудящийся. Трудящийся. Но трудится чужими средствами производства или своими? Своими. Значит, он собственник средств производства. Мелкий собственник, но он трудится на рынок. То есть, может быть так, чтобы мелких буржуа эксплуатировали? Да запросто. Потому что есть перекупщики, которые... Вот вы работали? Денно и ночно, своей лопатой и граблями изготовили продукт. А потом я прихожу, ну что вы пойдете на рынок, вы же не продадите, дайте мне, я вам продам. Я вам расскажу, какая у вас хорошая продукция, все. А вот вам сейчас деньги, вам деньги нужны? Сейчас деньги даю, продукцию забираю. Вы потратили 8 часов, а денег вам дали на 3 часа. А 5 часов куда попали? К тому, кто скупал. И таким образом мелкую буржуазию сплошь и рядом эксплуатируют. Но если это мелкая буржуазия, она к чему стремится? Стать буржуазией. Ну, крупных еще лучше, конечно, олигархам еще лучше. Иметь, как у Абрамовича, яхту и подводную лодку. Ни у кого нет яхты. Большой такой, чтобы мы вот... Сейчас, вы знаете, какая погода? Сейчас бы сели мы на яхту. Я бы лекции читал, а вы бы... На второй палубе сидели, и нам бы говорили, принесите кофе, мы лекцию слушаем. Это было бы очень неплохо. Ни у кого нету, да? Ну что за люди пошли? Живем, понимаешь, в буржуазной России ни у кого нет яхты. А? Не понял? Ну что вы на резиновой лодке? Ну давайте все каждый на резиновой лодке, а я буду на катере мимо вас проезжать. Так вас перевернет. Когда купите маленькие такие лодочки, играйте в то, что мы едем на яхте и слушаем лекции. Ну что я могу еще предложить? На те суммы, которые мы располагаем. Значит, и это какой уклад? Это мелкобуржуазный уклад. К чему стремится мелкобуржуазия? Стать настоящим хозяином, стать капиталистом. Поэтому, а что значит становление капитализма? Там становление капитализма идет, то есть прихождение коммунизма, правильно? Вот оно, переходный период от капитализма к коммунизму, идет становление капитализма. Не только становление коммунизма, а еще и прихождение коммунизма идет обязательно. Наконец, есть патриархальный уклад. Ничего я не продаю, я то, что сделал своими руками, огурчики вырастил, помидорчики, паночки закатал, поросеночек у меня. Так. Немножко пшеницы, немножко ржи, есть хлебушек, и все. И ни рынок ваш, ни ипотека не нужна. Как вот в этой в шоу «Уральские пельмени», там есть такая сценка, как улитки разговаривают. И сынок, улитенок спрашивает у родителей. А что мы вот все ходим и носим с собой свой домик? А отец ему говорит, а зато мы эту ипотеку в гробу видали. Ну вот 5 укладов я вам обрисовал. 5 укладов, которые были в переходный период в России после 1917 года. Но главная борьба шла между какими укладами? Между А. коммунистическим укладом, который расширялся, причем за счет наступления на госкапитализм, прежде всего. И частнохозяйственным укладом, который сам расширялся, сам рос. И кроме того, пополнялся новыми капиталистами,
из числа мелкой, бывшей мелкой буржуазии. И в этом смысле решался вопрос, кто кого. Кто кого-либо буржуазия возьмет вверх, и это вся эта революция, и вся эта политическая власть ничего не будет означать. Либо, тем более вы знаете, что было восстание в Кронштадте, были другие выступления. Так что сказать, что так вот гладко все это проходило, я уже не говорю о том, что была гражданская война. А гражданская война, в ней, как во всякой войне, можно выиграть, но можно и проиграть. И никакой гарантии. А еще перед гражданской войной была война с 14 государствами, которые выступили против Советской России. Но, поскольку это привело к тому, что в этих странах, в этих 14 странах, быстро развилось революционное движение, и движение «Руки прочь» от Советской России, они убрали свои войска и помогали только деньгами, техникой и так далее. И вот некоторые говорят, вот закрыли НЭП. Что значит закрыли НЭП? Значит, если идет борьба двух противоположных укладов по принципу кто кого. И, наконец, сектор коммунистический или уклад коммунистический исчерпал госкапитализм. Все предприятия, национализированные, уже подчиняются общественным интересам и действуют по единому плану. А начиная с 28 года появились уже годовые планы. Лекция, Борис Николаевич, не могу говорить. Появились годовые планы. И появилось планомерное хозяйство. Оно охватило важнейшие сектора. И все это было увязано между собой. И все это подчинялось цели обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А не цели подчинения потребностей, у кого какие есть. Нет. Цели обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, что было описано еще в программе Российской социал-демократической рабочей партии в 1903 году, и что было прямо перенесено в программу Коммунистической партии большевиков, которая была принята на 8-м съезде в 1919 году. И вот в соответствии с этой программой цель производства стала не получение прибыли, а обеспечение полного благосостояния не просто некоторых, и не просто благосостояния, то есть не просто создание условий для развития, а свободное всестороннее развитие всех членов общества, а не некоторых только, а всех. То есть проблема социального неравенства начала решаться. А что касается других укладов, После кооперации получилось, что в деревне образовалась другая форма подчинения производства общественным интересам – кооперативная. Но такая кооперативная, которая находилась в прямой зависимости и фактически под управлением государственной. За счет чего? Скажите, пожалуйста, где... В чьей собственности находились трактора, сеялки, веялки и так далее. Вся техника, все средства производства, кроме земли. Ну, земля тоже была государственная, между прочим. Но она была отдана, как вы знаете, в бессрочное, безвозмездное пользование в соответствии с эсеровской программой по едокам. Ее разделили, хотя большевики отдавали себе отчет в том, что если землю разделить, то снова будут потом богатые, бедные. Бедные эту землю отдадут богатым, а середняк, как был середняком, так и останется, и он будет разлагаться на бедняков и богатых, появятся опять батраки, то есть сельскохозяйственные рабочие пролетарии, и кулаки, то есть сельскохозяйственные буржуа, которые и сами работают, но живут в основном не за счет своего труда, а за счет наемных работников, за счет труда наемных работников. К 28 году вполне сложилась та структура, которая была до революции. Вполне. На селе. И поэтому вопрос стал о революции в деревне. Вот то, что было названо коллективизацией, это было осуществление революции в деревне, потому что там процесс
в деревне процесс прихождения коммунизма зашел очень далеко. То есть, в общем-то, там коммунизма и не было в деревне, потому что в коммунизме никакой в деревне никакой общественной собственности и не было. И, между прочим, там никакого даже маленького государственного сектора тоже не было. Но вот когда появились колхозы и машино-тракторные станции, то машино-тракторные станции у кого оставались в собственности? МТС. Всем знакомо слово МТС? Все знают, что мегафон это в него кричат, а МТС она в деревне. Машино-тракторные станции. Чьи средства производства были в машино-тракторных станциях? Трактора, государственные. Государственные. И государство могло без всяких директивных, так сказать, каких-то указаний обеспечивать, чтобы колхозы делали, и даже не только колхозы, а те, кто пользуется техникой, делали то, что нужно обществу в целом. Допустим, я вам предлагаю сеять гречуху. А вы говорите, я не буду сеять гречуху. Зачем я буду сеять гречуху? Я буду сеять просо. Пожалуйста, сейте просо, только сеялку я вам не дам. И трактор вам не дам. И автомобиля вам не дам. А сейте, что хотите, вручную, на здоровье. Выходите с этой, с лукошком, и так вот идите. И сейте разумные, добрые, вечные. Пожалуйста. Так будете вы это производить гречиху? Потому что гречиха нужна для того, чтобы пчелы были. Потому что, вернее, пчелы нужны для производства гречиху. А значит, надо и пчелы развести. Будете пчелы разводить? Куда же я еду? А? Куда же я еду? Вот приятно иметь дело с таким понимающим человеком. А мне вот рассказывал мой коллега, мы с ним несколько книг написали, в том числе 4 монографии. Николай Андреевич Моисеенко, декан экономического факультета. Здесь он был, экономический факультет, на 3-м этаже. Там, где сейчас философский, была часть экономического, часть философского факультета. Он рассказывал, как у них в Чернигове председатель сельсовета, участник гражданской войны, раненый, заикался, и как он проводил коллективизацию. Собрал всех вот так, как вас. Ну, полковники, так сказать, наши будущие. Кто за колхозы, тот за советскую власть. Кто против колхозов, тот против советской власти. Кто против советской власти? Никого. Подходи записываться в колхоз. И все добровольно записались. Это вот хорошо построена пропаганда. Грамотно выстроенная. Вот поэтому в деревне получилось не еще одна частная собственность, только крупная. Потому что если собрать несколько мелких буржуа и воедино, то что получится? Ну, один такой большой мелкобуржуа коллективный, правильно? Вот это было у нас в 90-е годы, когда Собчак сделал парочку кооперативов и выступал за то, чтобы у нас были кооперативы прямо на предприятиях. И был закон о кооперативах принят. Чтобы можно было прямо на госпредприятии создавать кооператив, используя здесь средства производства. И в кооперативе, по этому закону, можете посмотреть историю вопроса, значит, были члены кооператива, а были нанятые работники. Ну и вот собравшиеся, мне приходилось готовить по этому поводу телевизионную передачу для 2 канала. И мы ее проводили в нашем ИПК на переулке Декабристов, 16. Вот сидел Собчак вместе с юристами, и сидели экономисты. При самых разных взглядах все экономисты говорили, да это обыкновенное капиталистическое предприятие, потому что вот те, кто члены кооператива, это собственники, как бы акционеры. А те, кто нанятые работники, это обычные рабочие. Что тут непонятного? То есть вы под покровом, так сказать, государственных предприятий создаете на самом деле буржуазное частное предприятие. Капиталистическое. Но это я говорю о будущем. Причем о таком будущем, которое сдвигало нас в прошлое. А мы возвращаемся к вопросу о коллективизации. Когда прошла коллективизация в деревне, то собственность на средства производства какая оказалась в деревне? Оказалось, что кооперативная собственность в деревне стала формой общественной собственности. То есть
по форме она кооперативная, а по содержанию она направляла производство в общественных интересах. Если вы начнете книжки читать, всякие разные, про переходный период, в том числе экономический, политэкономический, то вы там найдете всякую билиберду, типа, что у нас была общенародная государственная собственность и кооперативная собственность. Ну, раз была общенародная государственная и кооперативная, значит, общественной собственности не было. Раз не было общественной собственности, значит, не было коммунизма. Раз не было коммунизма, значит, не было и социализма. Потому что социализм – это коммунизм неразвитый, незрелый, неспелый в первой своей фазе. Неужели непонятно, что государство – это не общенародное? Ну, государство – это весь народ, что ли? Ну, это я понимаю, может, там, товарищ Медведев сказать, государство – это мы. А вы можете сказать, что вы государство? Ну, сказать-то вы можете, но зарплату такую не получите. Государство – это что такое государство? Это машина насилия для проведения политики определенного класса. Так? Так нас учили? И это не только учили, это все знают на практике. Это дубина, которой господствующий класс берет, бьет подчиненный класс, чтобы тот делал то, что нужно господствующему классу. Сначала эта дубина была у рабовладельцев, потом она была у феодалов, потом она была, особая дубина, у буржуазии. Потом Маркс и Энгельс доказали, что нельзя взять эту дубину и этой дубиной бить уже буржуазию. Не получится. Надо свое создавать дубину. Такую дубину в виде советской власти создали и обеспечили диктатуру рабочего класса. Но если это государство рабочего класса, это значит все равно орган насилия и принуждения. Государство – это орган насилия. Вот когда вам красиво рассказывают, что у нас государственный университет, это что значит? А это значит, что если вы не сдадите экзамен мне лично, который государством здесь поставлен за эту трибуну, я вам поставлю двойку, и вас выгонят из университета. Вас не выгонят. Вы сдадите. Это я к примеру только сказал. Но вообще вы знаете, что государство – это тюрьмы, лагеря, колонии. Чего хорошего-то, когда говорят государственные? Это вам угрожают, что попробуйте не сдать. Вы что, не читали, что у нас государственный университет? Вы думаете, так игрушки просто здесь тут? Тут нечего улыбаться, нечего. Когда будете где-нибудь там вот вспоминать, как вы раньше учились в университете, вы будете не смеяться, а плакать и так далее. То есть, как это можно государство считать общенародным? Ерунда какая-то. И эта ерунда в большинстве книжечек, которые написаны на эту тему. В большинстве, товарищи историки, я вам докладываю, как специалист по этому вопросу. Это страшное дело. Вы нигде, конечно, не найдете ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина общенародную собственность. Такая белиберда появилась только вот в советский период. Так надо было делать эту общественную собственность, а вы сделали общенародную. Общенародная не бывает. Это люди, взятые россыпью, не общество, как социальный организм, который имеет общие интересы и в этих интересах подчиняется производству, а, дескать, тут общенародные, поскольку я народ, вы народ, ну, я народ, поэтому я могу делать в своих интересах. А кооперативная собственность? Это что ж тогда тут? Какое отношение она имеет к общественной собственности? Никакого. А вот если мы поставим вопрос о том, сложилось ли в России, в СССР, как в форме существования российского государства, сложилась ли в России система подчинения всего производства общественным интересам к концу 20-х, началу 30-х годов, то мы должны вам ответить положительно. То есть у нас было две формы подчинения общественным интересам. Государственная форма. Почему? Потому что государство – это государство рабочего класса, а рабочий класс – передовой. Он заинтересован в развитии всех членов общества, всех трудящихся. Поэтому если в интересах рабочего класса, то и в интересах всех. Поэтому интересы рабочего класса являются общественными, не переставая быть интересами рабочего класса. Вот сейчас у нас тоже есть государственная собственность. Есть? Есть. Она общественная, что ли? Нет. Это частная собственность класса капиталистов. Поэтому государственная собственность может быть формой общественной собственности, а может не быть формой общественной собственности. Так вот, она является формой общественной собственности только в том случае, если это государство рабочего класса.
Не потому, что рабочий класс хороший, и мы его любим. Вы можете его не любить и не считать его хорошим, но он по своему положению не может освободиться сам, не освободив все общество. Ну как себе представить, как может рабочий класс, скажем, улучшить свое положение, если будет заваливаться образование, разрушаться? Ну как он может? Ну дети его будут безграмотные, и он сам будет безграмотный. Или не будет никакой науки. Или наука будет также в таком же положении жалком, когда сидит какой-нибудь руководитель ФАНО, таким благозвучным названием, и он решает вопросы, дать, не дать на какие-то научные вопросы деньги. Хотя раньше это решали ученые в Академии наук. А сегодня этих ученых сказали, вы будете клуб ученых, а вот этот товарищ у нас, фамилию я вот даже не запомнил, замминистра финансов, он будет управлять всеми институтами Академии наук. И вам нужна бумагу для экспериментов? Ну, напишите заявление мне, может, дам. Или есть рабочий класс, он заинтересован в развитии медицины. Но если не будешь развивать медицину, значит, болеть будут рабочие, дети их будут умирать. Поэтому, когда начинают рассуждать, вот в советское время была хорошая медицина, хорошее образование, и, так сказать, наука быстро развивалась, а сейчас сокращается, и еще собираются сокращать. Это что связано с тем, что люди сейчас плохие, а были раньше хорошие? Да нет, но если есть класс, которому выгодно это развитие, ну это будет развиваться, и он стоит у власти. А если, скажем, сейчас стоит у власти класс, которому выгодно набивать карманы, это первая задача. Ну какая, ну конечно, я не против образования, науки, медицины, но надо сначала мне карманы набить, и я правильно рассуждаю, нет? Вот если я принципиальный человек, вот принципиальный, у нас какое сейчас государство? Буржуазное? Буржуазное. У нас какой принцип? Вот в эти мрачные годы тоталитаризма, как так иногда говорят, был принцип приоритета общественных интересов. Вот вы должны думать прежде всего об интересах общества. А сейчас вы должны думать о чьих интересах в первую очередь? Вот, молодец. Вы действительно принципиальный человек. Вы соответствуете духу нашего общества, современности. И я буду думать только об общих, о своих, то есть интересах прежде всего. И мы будем писать. Вот. Я милиционер, мне дали пистолет. Кто меня вызывает? Начальник через 3 месяца и говорит, а ты что не приходишь зарплату получать? Я говорю, думал, что мне дали пистолет, я сам должен крутиться как-то. Или я стал чиновником, но принципиальным чиновником, вот как вы, вот можете, вы настоящий чиновник мой, как вот этот на Сахалине, как раз получится. То есть вы же принципиальный человек. Вы же свои интересы должны прежде всего защищать. Ну так и тащите пока. Ну сколько он там посидит? Посидит, не посидит, а миллиард у него. А собственность нельзя это отнимать у него. Это частная собственность-то. Частная собственность священно неприкосновенна, правда? Потом мне нужно будет после колонии, и мне отдайте мой миллиард. Это как бы он на заработках был. Бахтовым методом. Он посидит там, а потом выйдет и... Раньше конфисковывали, еще в буржуазное время, уже в наше, конфисковывали. А сейчас почему? Я вот переписал на жену или тещу, и все. Вы начнете меня проверять, а у меня нет никакой собственности. Говорит, а в 4 автомобиля, это не мои. Вот это жены, это дочери, это второй дочери, это третьей дочери. А это тещина. А дом? Дом жены. А что у вас есть? Телевизор, КВН-49. Можете забирать. Ну сейчас-то ведь, вы же знаете, что сейчас? Даже вот сейчас только что добились в последнее время, вот на днях сообщили, что новый закон, внесены изменения в Уголовный кодекс. Вот поймали меня на взятке, была, говорит, очень сильная кратность взятки. Я уж не говорю о том, чтобы... Это вот товарищ... Председатель Следственного комитета настаивает на том, чтобы конфисковывать надо все имущество и членов семьи сразу. Потому что знает, откуда оно берется у членов семьи, что у меня грудные дети, что ли, так сказать, заработали эти миллионы или миллиарды. А сейчас кратность взятки. Допустим, я беру взятки каждый день. И взял 100 взяток по миллиону, 100 миллионов. На одной меня поймали. И мне раз и влепили кратность 10. Я отдал 10 миллионов, а осталось у меня 90.
Ну хорошо же. Причем и уголовной никакой нет ответственности. Потом решили, что многовато сейчас. Надо снизить кратность. Поменьше. Надо пожалеть. А то, говорит, государство все равно их не получит. А так, может, хоть и получит. Не отдавали, потому что этих им припечатают кратность взятки, они не отдают. А почему я должен отдавать? Вот если вы у меня хотите что-то отнять, как вы это будете делать? Я могу рассказать, как специалист. Что вот я профессор по кафедре экономики и права. Вот я у вас забрал деньги. Что вы будете делать? Есть у вас денег? Много. Только мне мало не надо. У кого много денег? Ну что за люди собрали? Я не знаю. Как работать? Ну невозможно работать. Ну вы кого-нибудь хоть привели бы такого человека. Вот взял я у вас деньги. Ну давайте его подфантазируем. Взял я у вас деньги. Как вы меня будете отбирать? Только меня не трогайте руками. Это будет уголовщина. Трогать меня нельзя. Понятно? Свидетели. Чего свидетели? Свидетели набирайте сколько хотите. Как вы получите у меня деньги? Сам я не отдам, сразу говорю. Свидетели нет. Есть у вас свидетели. Сейчас я у вас заберу при свидетелях. Хотите, давайте сейчас, что есть. Вот сейчас будут у вас два свидетеля. Давайте сюда деньги. Чего сидите? Нет, ну, вот так. Что значит добровольно? Не отдаст? Впереди экзамены. Как добровольно? Конечно, добровольно. Да. Короче говоря, как вы мне заберете деньги? Объясняю. Через суд. Потому что вы... Это вы должны доказать, что это ваши деньги. А вот эти три человека у меня, вот свидетельницы, они покажут, что это мои деньги. Это ваши, там двое сидят, а вот эти трое. Конечно, они больше, они лучше, они честные люди. А вы кто? Мои свидетели сильнее будут. Ваши будут сильнее, у меня вон там еще двое сидят. Я наберу свидетелей. И подготовлю их, чтобы они как у них, чтобы от зубов отскакивало на суде. Короче говоря, я проиграю на суде. Дальше что будет? Вот я проиграл. И, значит, принято решение, что я вам должен отдать 10 миллионов. Замечательно. А что замечательного-то? Вы их никогда не получите. Что тут замечательного? Дальше ваши действия. Вот вы только что получили решение суда. Пожалуйста. Дальше что? Ну, мы слушаем внимательно. Думайте. А я пойду пока покупать на эти 10 миллионов, пока их не сказать. Кто хочет со мной в ресторан? Судебные приставы, правильно. А вы как к ним попадете-то? С чем пойдете? Обращусь, что не выполняется условия приговора. А с чем вы, с какой? Вы так с пустыми руками придете? Судебным приставом? Судебное решение-то есть. А докладываю вам, информирую вас, дорогие товарищи. Судебные приставы не интересует ваше судебное решение. Не интересует. Никому. А вы с ним придете, судебное решение, скажете, идите домой. С чем надо идти к судебным приставам? Кто-нибудь судился, нет? А? Судил. Яхты нету, никто не судился. Вот вы хотели, вот вы на правильной дороге. Вы с чем придете? Вот придете, я старший судебный пристав центрального района. Вы пришли ко мне. С чем? Что у вас? Какая бумага есть? С нулями. Приговор суда. Приговор? Ну что, это уголовное, что ли? В чем приговор? Решение суда. Мне не надо решения. Изучите закон и приходите с чем надо. А не решение мы не берем. Не берем мы решение. Ни одно решение судебные приставы не берут. Информирую вас. А потом я вам не консультант, юрист. Идите на консультацию к юристу. Вот вы пришли, придите ко мне на консультацию. Спрашивайте меня. Давайте 50 рублей, я вам отвечу. Спрашивайте. Это не по лекции. По лекции все у нас тут бесплатное. Что вам нужно? С чем прийти? Спрашивайте, с чем надо прийти к судебному приставу? С чем прийти? Прийти надо с исполнительным листом. 50 рублей. У вас есть исполнительный лист? Есть 50. Нарисуйте. Нарисуйте, он хочет подделать исполнительный лист. Это мы вас судить будем. Так. Где вы получите исполнительный лист? Не знаю, я не на юрфаке учусь. В суде. А? Так, давайте, идите на консультацию. Я же юрист. Юрист сейчас не бедный. Идите сюда. Давайте 50 рублей, я вам скажу, где получить исполнительный лист. Дали 50 рублей? 50 рублей дали? Нет денег, они у вас. Ну, раз нет денег, значит, плакали, значит, вам не получили. Вот видите, вот человек хотел забрать
У него есть решение суда, 10 миллионов хотел у меня забрать обратно. И сам признается, что нет денег у него для консультации юриста. А без консультации он не знает, как забрать, как пойти, с чем пойти. И застрял. А пока вы застряли, мы гуляем уже. И уже сегодня идем в ресторан. Все, кроме вас. Нет, вас мы тоже можем пригласить. Даже интересно посмотреть, как вы будете гулять и слезы проливать. И это, и перед вами решение суда. Ну, я, поскольку вы человек, могу вам оказать социальную и юридическую помощь. Идите обратно в суд. Идите в суд, только не к судье. Идите к помощнице суда и скажите, что вот я тут ходил, вот, мне нужно идти к судебным приставам, дайте мне, пожалуйста, исполнительный лист. Она говорит, ну, приходите через неделю, мы его напечатаем, поставим печать. И через неделю вы придете, уже две недели вы ходите, полмесяца. Мы полмесяца все пропиваем ваши 10 миллионов. Приходите вы через полмесяца, ну вот и вам выдают исполнительный лист. Номер там есть. И один экземпляр. Если вы его не скопируете себе, его придется отдать судебному приставу исполнителю, старшему. Если вы его не скопируете, у вас ничего на руках не будет. А решение суда вообще не волнует судебных приставов исполнителей. Раньше они были при суде в советское время. Сейчас это отдельная служба судебных приставов. Она не знает, за что вас, почему, кто прав, кто виноват. У вас есть исполнительный лист? Вот я старший судебный пристав, вот ко мне он пришел, я взял у него этот исполнительный лист, вызвал судебного пристава исполнителя и поручил ему, вот вы будете исполнять. Там как раз такие девушки симпатичные сидят. Все они обложены кругом бумагами, друг у друга на голове. Эти судебные исполнители сидят в каких-то дворах. Если суды еще более-менее приличные в зданиях, эти судебные приставы, то есть когда доходит дело до исполнения, там ситуация такая, что дел, которые сваливаются на судебных приставов, гораздо больше, чем они могут выполнить. Так что вы думаете, как сделать так, чтобы ваше дело пошло. Короче говоря, вот вы придете через неделю, а я вам скажу, вот судебный пристав исполнитель, вот теперь к ней идите. Вы пошли к ней, и чего пойдете? Что вам надо? 10 миллионов. 10 миллионов. Ну, хочешь 10 миллионов. Ну, что вы сделаете-то? Бумажку напишите мне. Значит, бумажка будет такая. Уважаемый Михаил Васильевич, значит, согласны ли вы добровольно выполнить... Вот, так сказать, решение суда в соответствии с исполнительным листом номер таким-то. И что я напишу вам? Как вы думаете? А? Согласен. Я подожду недельку? Ну, я не думаю, могу и месяц подождать. Мне это не к спеху, это вам к спеху. И напишу. Согласен. И отдал. Все? Вас устраивает? Вот, его устраивает. Денег ни у кого ему не дает, а его устраивает. Вот наивный человек. Да не важно. Вот потом, значит, вы опять пойдете, да, просить? Куда вы пойдете? К ней пойдете, к судебному приставу. А вот у нее не выполняет то, все, пятое, десятое. Она берет и пишет мне второе письмо. А мне приятно, что она мне пишет письма. Так мне никто не писал. Она пишет мне письмо, уважаемый там Михаил Васильевич. Я гражданин, а гражданин, а мне пишет. Согласны ли вы добровольно? Я опять пишу. Согласен. А вы получаете? Нет. А почему не получаете? Никто вам, потому что не дает. Я же сказал, что не получите. Но вы согласны. Согласен я. Но давать вам не буду. Чего вы будете? Если обратиться к вам. А это другое дело. Такая фирма и такая услуга есть. Они выполняют только по исполнительным листам работают. И еще никого из этой мафии за это не привлекли. Они говорят так, за половину суммы. Так, приходят уже с утюгами. С крючьями, говорит, дорогой Михаил Васильевич, вот батарея. Сейчас приматывает, говорит, так, сколько там вам должен он был по исполнительному листу? Смотрит исполнительный лист. О, 10 миллионов, так, 5 миллионов ваши. То есть к чьи? Ваши. А 5 миллионов им. Устроили. И все по-честному. Это было. А коллекторские конторы сейчас, знаете, есть? Что они делают? Долги убивают. Вот начнут звонить, вы мне звоните домой. Звоните. А я обязан снимать телефон на трубку? Нет. Коллектор вообще ничего не будет. Меня коллектор не замучит. Я сразу подкручу телефон, говорю, тихо, тихо.
А если я жду важный звонок вот от него, я не буду подкручивать телефон. Вот вы мне позвонили, ну звоните мне. Др-р-р, да? Не слышу! А? Не слышу! Звоните, еще звоните. А? Не слышу! Перезвоните! А? 2-3 раза позвоните. Все. Это возьмите на вооружение, железное дело. Меня научили, сам не придумал. Короче говоря, это большая проблема. Короче говоря, какое государство, если государство, какое? Кто будет, у нее какие интересы? У нее интересы отдохнуть. А что она будет заниматься вашим 10 миллионом? Нет, что она получает маленькую зарплату. Откуда у нее это ретилось-то? Можно гулю взять. А? Можно гулю взять. А это мы вам не можем советовать с трибуны. А если в ходе всего этого разбираться, он на ней женится, она будет прямой заинтересована. Да. Это усложняет задачу. Это я не могу решить. Это усложняет задачу чрезмерно. Значит, короче говоря, не будем упрощать ситуацию. То есть, если для общества, в котором мы живем, приоритет личных интересов господствует, правильно? Общественный, государственный потом, даже государственный потом. Поэтому, скажем, ожидать, что чиновник будет такую ретивость какую-то проявлять в связи с тем, что он не свои интересы защищает, а государственные интересы защищает, не следует. Почему не следует? Ну, потому что такие принципы в обществе. У нас даже на конверте пишется. Как сейчас вот пишется? Раньше писали от абстрактного к конкретному, да? Россия там или СССР, город или область, потом улица, дом, и потом Иванов Иван Иванович. А сейчас? Иванову Ивану Ивановичу. Можно подумать, что на почте будут сверху читать. Теперь они, как идиоты, снизу теперь читают. Потом идет дом, потом идет улица, потом идет город, потом страна. Ну, всем же понятно, что все равно будут сначала читать страну. Дескать, показать, что вот ваша, ваша личность превыше всего. Иванов. Джон. Поэтому это вот такой не очень простой вопрос, вопрос о собственности. То есть собственность есть тогда, общественная, когда в общественных интересах ведется производство. Если не ведется в общественных интересах, это бесплатно вы никак не сможете осуществить. Никак. Вот даже сейчас, вот скажем, нет программы никакой. Есть программа развития России? Есть? Программа есть развития России? И я не слышал. А жалко. Нас учили в мрачные годы. В мрачные годы нас учили так, что вот при социализме социалистическое планирование, а при капитализме капиталистическое программирование. Вот мы при капитализме. Где программирование? Нет программы. Ну, раз нет программы, нет и темпов роста. А как может быть? А что есть? А есть отдельные программы. Они почему называются комплексными? Потому что они в единый комплекс не соединены. И это отдельные столбики, на которые отдельные финансы, поэтому отдельные откаты. А если вы сделаете единую программу, то если вот на это не хватило, то значит, то там забрали. Если на это не хватило, еще где-то забрали. То есть тогда это все соединяется в некое единое целое. А по программу можно заказы давать. А заказы, как известно, за них везде бьются. В капиталистическом мире бьются за заказы государственные. Ну а так они так все по отдельности, и никакой связи нет. Увы. Итак, что получилось у нас к середине 30-х годов в СССР? В середине 30-х годов у нас получился такой экономический строй, когда производство, хотя и в различных формах, в городе и в деревне, но подчинялось общественным интересам. То есть собственность стала общественный. Значит, у нас появился строй, основанный на общественной собственности. Как он называется? Коммунизм. Да, он называется коммунизм. А как же Никита Сергеевич, который нам в 60-х годах в программе записал на 22-м съезде, что
что вот нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме? Может, Никита Сергеевич просто не совсем понимал, что такое коммунизм? Да, или, видимо, он имел в виду совсем другое, что уже нынешнее поколение советских людей будет жить при капитализме. Может, он это имел в виду? Но если Никита Сергеевич говорит о коммунизме, то, значит, надо читать наоборот. Потому что в 1962 году расстреляли рабочих в Новочеркасске. За что? Потому что они требовали не повышать цены и не снижать расценки. Что требует во всем мире рабочие, никто в них не стреляет. Ни в каких странах, ни в социалистических, ни в капиталистических. Так что это что такое произошло в 1962 году? После принятия так называемой новой программы партии, из которой выкинули диктатуру пролетариата, цель производства. Вместо цели производства обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества было записано что? Все более полное удовлетворение потребностей советских людей. У вас потребность в наркотиках есть? Удовлетворяете. У вас в вине есть? Удовлетворяете. У вас в чем потребность? В театр? Идите в театр. Еще какие есть потребности? В оружии. Все более полное удовлетворение потребностей. Ну а как еще иначе понимать? Хотя тот, кто немножко знает историю, хорошо быть историком. Если человек историю знает, то он, наверное, знает или может узнать историю дискуссии между Лениным и Плехановым по поводу цели производства. Плеханов написал в первом варианте программы партии большевиков, не большевиков еще она тогда была, просто РСДРП, в 1903 году, что цель производства, удовлетворение нужд общества. Ну, нужд или потребности примерно то же самое. А Ленин пишет, неверно. Такую-то цель могут и тресты дать. А надо обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И Плеханов, как большой ученый, вычеркнул то, что у него было, и вписал вот это. А уже когда был 8-й съезд в 19-м году, то эта цель перекочевала и в эту. И она так у нас и стояла в программе партии до 1961 года. Откуда ее Никита Сергеевич со своими теоретиками, в кавычках, выкинул? Кто эти теоретики? Трудно найти. Вот сейчас тоже разыскивает Интерпол. Кто придумал развитой социализм? Потому что если социализм, то это не развитый коммунизм, правильно? А если это полный коммунизм, то это уже не социализм. Это как, не может быть развитого социализма. Весь смысл социализма в его неразвитости. Вот молодой человек – это человек? Человек. Молодой коммунизм – это коммунизм? Коммунизм. А у них получалось развитой социализм и не коммунизм. Какая-то глупость. Молодые люди тоже и разные. Дети, подростки и так далее. Но эти разные люди – это люди. Или вы хотите сказать, что я человек, а другие под вопросом? Нет, свои сущности, они разные. Ну и что разные? И кошки разные, но они же кошки. Нелогично. Возражение ваше не принимается. Так. Следовательно, что получилось? Что получилось к середине 30-х годов в СССР? Получилось, что становление коммунизма в СССР завершилось. Становление завершилось. И он стал чем? У нас такая категория была. О, вот человек. Вот, не зря просидел на лекции. Наличным бытием. То есть коммунизм в СССР стал наличным бытием в середине 30-х годов. Вот какой вывод мы получили. И поэтому, когда армянское радио спрашивает, а когда будем жить при коммунизме, армянское радио зло отвечает, при коммунизме уже жили. Поживите теперь при капитализме. А вот я принадлежу к счастливому поколению, которое жило и при коммунизме, и при капитализме. И в переходный период от коммунизма к капитализму. А такой тоже был переходный период. Мы же становление изучаем, правда? Но из коммунизма получился капитализм благополучно? Получился? Получился. Когда считать начало становления вот этого переходного периода от коммунизма к капитализму? Вот как раз
22-й съезд КПСС, который принял программу. Это же должно быть какое-то решение крупное, политическое, причем такой силы, которая имеет колоссальное влияние на все общество. КПСС была правящей партией. Правящая партия в государстве, правящая в государстве партия, принимает решение, выбрасываем диктатуру пролетариата, что есть главное в марксизме, как известно, и выкидываем эту цель производства. И какая ИГ объявляет государство каким? Какое государство было объявлено на 22-м съезде? Во, общенародное. А бывает общенародное государство? Вот жареный лед бывает? Как нет? Очень хорошо жарить. Масло не надо добавлять. Ни подсолнечное, ни сливочное. Берешь прямо куски льда и жарь. И что будет? Пар и вода. И пар будет идти, и вода. Красота. То есть употреблять слово «народ» со словом «государство» вообще нельзя. Пока оно есть, оно классовое. А когда оно станет народным, оно уже не государство. По определению государства. Потому что государство – это машина насилия в интересах политики правящего класса. Правильно? Это, в общем, вопрос достаточно понятный, достаточно ясный. Я думаю, для вас уже это не составляет какой-то такой новизны. Но тем не менее, государство объявляется общенародным только с одной целью, чтобы оно перестало быть государством того класса, которого оно было. Оно перестало быть государством рабочего класса. А если оно перестало быть государством рабочего класса, оно стало сразу государством противоположного класса. Какого? Буржуазии. А где буржуазия? А вот весь этот аппарат, который действовал в общественных интересах, пока было государство рабочего класса, вот все эти люди и чиновники, которые занимались в общественных интересах своей деятельностью, они стали заниматься как бы в интересах всенародного государства. Ну, а если это народное, так я народ, вы народ, мы народ. Почему я должен там в интересах какого-то класса заниматься? То есть фактически получилось, что вот этот вот весь партийно-государственный аппарат в одночасье превратился в коллективного капиталиста. И так вот он бы, если бы он остался коллективным капиталистом, то получилась бы государственная такая монополистическая форма капиталистической собственности. Так получилось в Белоруссии, поэтому там производство не разрушено. Там от социализма состоялся переход назад к государственному монополистическому капитализму. И пребывает в этом положении во главе с товарищем Лукашенко. Поэтому, когда вот нам сейчас санкции ввели, никто нам теперь станки не дает, собственную промышленность наши благополучные друзья, чиновники разрушили, уничтожали, потому что они, дескать, мы продадим нефть, купим станки, продадим нефть, купим машины, продадим то, купим все. Нам не продают то, что технологично. И мы тогда покупаем где? В Белоруссии раз, в Китае два, в Тайване три станки. И все. Начался переходный период от коммунизма к капитализму 61-го года. Ну, а некоторые товарищи решили, что не надо нам этого коллективного капитала, давайте-ка мы это разберем, поделим. Поделим. И чем этот отдельный, иметь общий пирог капиталистический, как в акционерных обществах, его разделили с помощью Чубайса. И разделили предприятия, предприятия стали мелкие, и предприятия на кусочки стали делить. То есть так все измельчили и одновременно вышли, так сказать, уничтожили монополию внешней торговли, и вышли на мировой рынок, где плавают крупные капиталистические акулы. И они начали сжирать наши предприятия, естественно, если мы сами их сделали маленькими. И вот в такой ситуации мы на сегодняшний день пребываем. Ну вот сейчас мы должны что констатировать? Что вот значит, в середине 30-х годов появился у нас в СССР коммунизм. Насчет того, какой коммунизм, а какой может быть коммунизм быть, когда он вышел из капитализма, скажите, пожалуйста. Ну какой может быть коммунизм? Вот вы мне только что рассказывали, что бывают молодые люди, они совсем маленькие, совсем побольше, и вот такие, как вы, уже больше меня, всякие бывают молодые люди. Так?
Ну, чем отличаются молодые люди от, от людей взрослых? Тем, что они еще... А? Они младше, но знаниями еще, как бы, опытами еще. Вообще, различные, логические различия тоже. Ну, они, это вы так все это красиво говорите, но у нас есть для этого аппарат уже научный, философский. Они находятся в становлении. А взрослые – это люди, у которых становление завершено. Они уже на личное бытие человека. А люди, которые в становлении, они как бы становятся. Ну вот, в этом смысле, если мы посмотрим на то, что у нас было, становление это закончилось, а что появилось на личное бытие коммунизма. Это какой коммунизм в самом начале? Первый класс. Вот это такой коммунизм, который... Нет, не первый класс. Это такой коммунизм, который уже... Коммунизм, бытие есть. Но... Он это коммунизм, вышедший из капитализма. А не такой, который на собственной основе родился сам из себя. Правильно? Вот коммунизм, вышедший из капитализма, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. Вас это удивляет? Не должно удивлять, правда? И на эту тему специально там и Маркс писал в критике Готской программы, что в первой своей фазе, на первой своей ступени коммунизм не может еще быть вполне зрелым, вполне свободным от следов или традиций капитализма. У Ленина в «Государстве революции» он специально эти все места у Маркса подчеркивает и фиксирует. Тоже говорится о том, что коммунизм сначала, первоначально появляется с родимыми пятнами капитализма. Мы даже можем эти родимые пятна назвать. Вот скажите, пожалуйста, при коммунизме, который получился в 30-е годы, что полностью исчезли деление на классы? Какое общество стало, классовое или бесклассовое? А? По сути, это вроде как бы и классовое. По сути, бесклассовое, то есть бесклассовое общество, а классы еще полностью не уничтожены. А общество бесклассовое. То есть нельзя же коммунизм считать классовым обществом, да? Вот. Поэтому это начинает, люди, которые не владеют диалектикой, начинают это вот на другом таком языке обывательском. Это дружественные классы, они друг друга любят, они не дерутся. Да дело не в том, что они дружественные, дело в том, что общество уже бесклассовое, но так сказать, остатки, отпечатки классовости еще остаются. Как это выразить? Вот Ленин в «Великом почине» это выразил так. Если бы он написал, что социализм есть классовое общество, это было бы просто неверно. Но надо так написать, чтобы было ясно, что и классы есть, и общество уже не классовое. А как? Он написал так. Социализм есть уничтожение классов. Вот обратите внимание, формулировка. Социализм есть уничтожение классов. То есть социализм – это вот такой процесс, когда классы уничтожаются. Он по своей природе, как вы сказали, по своему существу бесклассовый, потому что это коммунизм. Но еще пока остаются эти отпечатки, а что, в чем они выражаются? Это неравенство между городом и деревней. Раз. Это неравенство между людьми физического или умственного труда. Два. Неравенство между женщиной и мужчиной. Имеется в виду социальное неравенство. Потому что одно дело биологическое неравенство, другое дело социальное. Социальное выражается и в том, сколько у кого свободного времени, какие условия для развития и так далее. И все эти виды неравенства остаются, и социализм есть преодоление этих. Вот когда социализм эти все отпечатки капитализма преодолеет, он превратится во что? Неправильно. Это неправильно то, что вы сказали. Попробуйте сформулировать по-другому. Исходя из того, что социализм – это уже коммунизм. Значит, как он превратится в коммунизм? Вот, в полный коммунизм. А социализм – это не полный коммунизм. Вот и все. Или он... Социализм – это не зрелый коммунизм, а превратится в зрелый коммунизм. Социализм – это не развитый коммунизм, а превратится в развитый. Поэтому места, например, для концепции развитого социализма в науке нету. И поэтому ее подпольно просовывали в пропаганду. Подпольно. Подпольно. Ну, там некоторых адептов я знаю. Например, Цыпко был такой помощник. Там в ЦК подвязался на эту тему, писал. Еще многие деятели на эту тему писали. Но никто не взял на себя, как говорят, знаете, как за преступление ответственность. Кто автор-то этой великой концепции развитого социализма? После этого много шутили на эту тему, что такое развитой социализм. Это, говорит, такая высокая стадия социализма, когда еще и без денег ничего нельзя получить, но уже и за деньги достать ничего нельзя.
Или пишется так, говорит, как писать надо? Разве то социализм? Пишется так, все отдельно слова. Мы вступили в этап «Разве то социализм?». Я, кстати, был в Беларуси в это время. Газету утром беру, местная «Звезда». А там написано, мы вступили в этап спелого социализма. Вот, думаю, сейчас он поспел, сгниет и... И он упал. Это страшная концепция была. Потому что если он... Потому что если смысл социализма его незрелости, и борьба должна идти за что? За его. За то, чтобы он стал, так сказать, зрелым. А в это время что получилось? Получилось, что... Получилось, что как бы все проблемы сняты. Нет проблем. Уже развитой. А если развитой, что надо делать, скажем, чиновникам государства? А ничего не надо делать. Нет же проблем-то, все развитое. Вы и так развитой, страна развитая, общество развитое. Не надо уничтожать опасный и вредный труд на производстве. Не надо изучать, какое есть неравенство между городом и деревней, людьми физического умственного труда. Тем более не надо программы составлять и планы по преодолению этого неравенства. Вообще ничего не надо особенно делать. Тем более, что он, этот развитой социализм, если уж не в пределах Садового кольца, то в пределах Кремля уж точно был. Вот. Поэтому диалектика, места для такой концепции развитого социализма не оставляет никакой. Никакой нету. А, собственно, никто ее не защищает. Она как появилась, так и умерла. Появилась безымянно. И безымянно умерла. Есть еще одна концепция такая. Вот когда у нас стали снижаться темпы роста производительности труда, и в 1982 году темпы стали нулевыми, ну прям как сейчас, вот прям как сейчас, то появилась концепция, очень широко распространенная и зарубежная, о том, что у нас сейчас эпоха научно-технической революции. Ну, раз научно-технически, надо сидеть и переждать, наука и техника все решат. Нам, гуманитариям, можно отдыхать, правильно? Теперь наука стала непосредственной производительной силой. Причем цитируют Маркса, причем правильно цитируют. Правильно в том смысле, что вот кусочек, который они выдирают, такой есть. Только они берется не целиком. Вот у Маркса говорится, что воплощаясь в основном капитале, то есть в железе, наука становится непосредственной производительной силой. То есть, когда идея техническая воплощается уже в средствах производства, она непосредственно производит материальное благо. Первая часть изымается и пишется, наука становится непосредственной производительной силой. Красота. Сейчас я открою рот, следите внимательно. Сейчас из моего рта будут выскакивать жареные рябчики, потому что я доктор наук. Нету? Ну... Может, завтра был, на следующей лекции. Подождите, еще у нас перерыв будет в это время. Может, после перерыва. Сейчас не получилось. Причем, чем ниже становились темпы роста производительности труда, тем больше крику было про... И сейчас продолжается крик про научно-техническую революцию. Про научно-техническую революцию. Неужели революция научно-техническая, можно о ней говорить, когда снижается? А если повышается, а почему это революция, а не эволюция? Ну вот какие-нибудь 3% жалких 4, это что, революция? Ну 1000%, 10 000% это тянет на революцию, правда? Промышленная революция, вот если кто изучал промышленную революцию, когда там всех ткачей выбросили на улицу, ткацкие станки заместили этих ткачей. Там рост производительности труда было, допустим, 10 тысяч ткачей, а теперь осталось 100 человек. Рост производительности труда был в десятки и сотни раз. Вот это похоже на революцию, на переворот. А что тут перевернулось-то? Ничего не перевернулось. Как резали, так и обрабатывают металл резанием. Как штамповали и ковали, так ковкой и штамповкой. А, скажем, есть какой-то там элемент из спекания, допустим, металл из порошка. Ну, это ничтожную долю играет.
Ничего принципиально не изменилось. А говорит, мы приделали голову к этим самым машинам. Вычислительная техника. Так это изменение не в производительности труда, это изменение в управлении этой техникой. И что? Мало ли что оно. Ну, есть изменения в управлении, очень важные и существенные. Зато у нас, говорит, информационное общество. Так что вы сейчас, вот перерыв будет, вместо того, чтобы пить кофе, информацию о кофе попейте. Вот, информацию, что вам надо, печенье, пирожное, а информацию о пирожном покушайте. У нас же общество информационное, все говорят, а ничего не дают. Или сидят двое рабочих, один на одном разрушенном заводе, другой на другой. Ну как там у вас? Что-то делается? Не, ничего не делается. Информация идет. А тот спрашивает, а у вас как? Да и у нас ничего не делается. Это информация? Информация. 3.16.28.43. Информацию получили? А знания получили? Нет. И вот люди рассуждают, которые ничего не понимают, что такое информация. Информация просто упорядоченность. Я же вам не просто чего-то сказал, а 3.17.28.43. Это же упорядоченная цифра. Женщина пошла, говорит, к соседке, иду, говорит, соседке на 15 минут, ты через 2 часа, муж говорит, помешивай суп. Через каждые 2 часа. Ну, там информация идет же, значительно. И вот много такой, надо сказать, в сфере науки, всякой ненаучной требухи. Очень много. Поэтому вот мы уже с вами говорили, почему, так сказать, нужно какую-то выработать у себя научную зоркость с помощью философии. Но чтобы, так сказать, вас вот всякой дрянью в сфере науки не кормили. Дескать, вот, давайте, поглощайте. То есть нужно человек понимать, где наука, а где, так сказать, такие вот желания, так сказать, выдать за науку то, что наукой не является. Где фундамент, а где это просто орнамент. И вот представьте себе, целая страна большая, идеологов много, но диалектику учили не по Гегелю. Они должны были о чем говорить? О переходе, перерастании социализма в полный коммунизм, да? А говорили? Нет. Закончили строительство социализма, опять строительство социализма. Только было строительство социализма, осталось социалистическое строительство. Вы почитайте литературу вот этих самых годов, начиная с 30-го. Социалистическое, а слово коммунизм вообще пропало. А у Ленина говорилось о переходном периоде, что вот есть коммунистический уклад и капиталистический. Когда коммунистический уклад расширился и победил, ну, победил коммунизм. Ну, можно говорить социализм, но надо тогда говорить, что социализм превращается в полный коммунизм, будучи неполным коммунизмом. Такой терминологии нету. Не было тогда. Не было. Поэтому неудивительно, что все строите, 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 когда все время все строит и строит, хочется начать перестраивать. Правда? И тут приходит отец перестройки, ему как раз 30 лет исполнилось, как он стал генеральным секретарем, и говорит, вы еще не перестроились, надо перестраиваться, а вы? И вы не перестроились. Если вы не перестроились, то перерыв.